Доброе утро, друзья! Доброе утречко! Мы завтракаем. Пашечка Голька. Кто ест кашку по утрам, тот супер вальчкэри, очень дэри, утекэри. Пашка с яблочком. Вот. А сегодня у нас не очень хорошая погодка. Ужасно, я бы сказала. Целый день будет идти ливень. Грустно, опять грустно. Пока Паша монтирует видео, я выбираю себе купальники. Я вообще не знаю, какой выбрать цвет, потому что хочу выбрать такой простой фасон. Хочу пробовать заказать, во-первых, дешевые купальники. И чтобы они были достаточно простыми. Попробуем, в общем. А вдруг они будут нормальные, будут сидеть круто. Я в это очень верю. Посмотрим ожидания и реальность. Знаешь, все зависит от бабы на самом деле. Любой купальник на нормальной бабе будет нормальный. Да, даже любой. Самый стрёмный, да? Да. Если тело красивое. Если купальник офигенный. А жирное, ничего не поможет, ребят. Поэтому ты прав, ты прав. В первую очередь, чтобы купить купальник, идем в тренажерный зал. А почему у всех титьки накачанные, блин, у них? Это нечестно. Все тоже накачанные. Так что сейчас Паша смонтирует видео, я выберу купальники. И начнется день, только день у нас будет сегодня по ходу дома. Потому что на улице такой ужас, ребят, такой ужас. Как вы и просили, показывать, что я готовлю. Сегодня буду делать куриное филе вот в таких вот листочках для обжарки. Беру филе. Вот так вот его. Опа. Я его даже не буду ни солить, ни перчить. Потому что там есть все специи в этих листочках. Просто на две части разрезаю грудку. И все. Далее я немножечко отбью. Здесь, видите, очень много специй, приправ всяких. Просто все то, что на этом листе, оно впитывается в мясо и получается очень вкусно. Так. Прямо прижимаю. Хорошо. Те, кто не любит заморачиваться с едой, отличный вариант. Отправляю все в духовку. Температура у меня будет где-то 180 градусов. И отправляю на 20. Не смущайтесь, это у меня маска. Я просто сделала маску и думаю, пока хожу в маске, буду готовить. Так, дальше спагетти. Спагетти у меня вот такие вот Барилла. Я их очень люблю. Люблю почему? Люблю потому, что они очень-очень такие тоненькие. Вчера вам показывали эту заправку, и позавчера она нам понравилась, так что это не реклама, если что. Это просто оливковое масло с вяленными томатами. В салате огурец, помидор, листья салата и перчик красный. Ждем 20 минут где-то и кушаем. Макароны с сыром. И филе. И салатик. Вот наш такой обед. Приятного, Павел, вам аппетита. В общем, мы выбрали.
В итоге Настя заказывает 6 купальников, друзья, девчонки особенно. Девчонки, она будет их мерить, рассказывать, показывать, смотреть. С размерами сложно определиться, когда ты покупаешь на Алиэкспрессе. В общем, в итоге смотрите, что мы выбрали. И ждите, когда они нам придут, потому что Настя снимет обязательно видео. Выложим, наверное, на ее канал и на нашем. Чуть-чуть будет отрезки какие-то. А купальники Настя заказала, смотрим, вот эти. Вот такой. В красном цвете. Ну да, в красном цвете такой. Потом такой. Вот он выглядит. Потом она заказала вот такой купальник в сером цвете. Такой. Вот такой. Непонятно, что получится. Голубенький. Вот такой. И бабушкин. Не знаю, почему, да она почему говорит, бабушкин, бабушки. Бабушки рулят нынче. Вот у бабушки нормальный купальник. Все, в общем, ждем, когда это все произойдет. И прямо сейчас мы хотим посмотреть видео, которое нам прислали Паша с Катей. Вы помните Пашу с Катей? Они из Екатеринбурга, но теперь они не из Екатеринбурга. Они из Израиля. Теперь они живут в Израиле, они полноценно реально переехали в Израиль. Прямо сейчас давайте вместе посмотрим. Паша, Настя, Настя, привет! Привет! Мы сейчас пойдем на море, что-нибудь там прикольное скажем. Точнее, скажем... Скажем? Скажем какой-нибудь отстой, но вид будет прикольный, так что будет круто. There must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far. Вот вам пальмы, ловите пальмы. Позитивчика вам. Лето вам. Вот такая вот здесь красота. Приезжайте в гости, будем вместе кататься на бордах. На море купаться. По-любому надо как-то здесь немножко вписываться. И я хочу поменять имя на Пабло Кавалли. Я надеюсь, я буду официально Пабло Кавалли. А, вон пляжик. Красотень. Хотел передать привет подписчикам Паши с Настей. Привет! Ребята, привет всем! Ловите солнце! Оставайтесь такими позитивными. Я вижу, тоже иногда читаю комментарии, которые вы пишете Паше с Настей. Вообще, вы очень крутые, раз смотрите этих двух ребят. Я думаю, что у вас примерно такое же мировоззрение, как и у них. Это очень круто. Паша с Настей, вы тоже молодцы очень, что делаете сейчас everyday влоги. Стремитесь вообще вот к своим мечтам. И у вас обязательно все это осуществиться. Мы смотрим каждый ваш влог. Я всю жизнь мечтал жить где-то в другой стране, и сейчас мы переехали с Катюхой в Израиль. Я пока еще ничего не снимал насчет этого. Обязательно сниму, все расскажу у себя во влоге. А я с детства мечтала жить на море. Ура! Если вы чего-то хотите и постоянно думаете об этом и работаете в этом направлении, то у вас 100% это сбудется рано или поздно. Так что, друзья, сегодня было хорошо, а завтра, я надеюсь, у меня будет новый зуб. Вот такое вот послание нам оставили Паша с Катей. И уже даже не Паша, наверное, Пабло Кавалли будет официально его имя и фамилия. В общем, спасибо вам большое, друзья, это было нереально круто. И сейчас все зрители, кто нас смотрит, вы видите именно, получается, нашу с ними, грубо говоря, переписку, разговор. И мы хотим вам пожелать, Паша с Катей, чтобы у вас наконец-то все наладилось, чтобы вы там зацепились, нашли правильных людей, знакомых, работы, и все у вас закрутилось, и все у вас получилось на этом новом месте. У вас все получится, я верю. Да, я уверен, что у вас все получится, вы очень крутые ребята. Еще раз спасибо, что вы записали для нас это видео. Мы вам желаем всего-всего.
Счастья вам, здоровья и зуба. И мы скоро к вам приедем. Да, и мы скоро к вам приедем, друзья. Так что... Да, лечи зуб, тебе все-таки не идет быть Овечкиным, будь Пабло Каваля. Все, друзья, муа вам. Пока-пока. Fight a place.